Алиса Лью, Щербакова восхищает меня потрясающими тройными прыжками и катанием. У нее есть все. Меня мотивируют я сама и другие спортсменки, такие как Александра Трусова и Анна Щербакова, которые исполняют четверные прыжки. Из прошлого очень вдохновляет Мишель Кван, а сейчас – Щербакова. Мишель выиграла невероятное количество чемпионатов мира, каталась очень долгое время и очень много работала. А Щербакова восхищает меня потрясающими тройными прыжками и катанием. У нее есть полный набор навыков. Я смотрела Олимпиады в Сочи 2014 и Пхёнчхане 2018 и хочу сказать, что технический уровень в одиночном катании невероятно вырос. То, как прыгала Алина Загитова в Пхёнчхане 2018 со всеми прыжками во второй половине программы, это очень сложно и просто невероятно. Думала ли я о том, чтобы завоевать медаль Олимпийских игр? Я, конечно же, мечтаю попасть туда, но как все может сложиться, пока даже не представляла, сказала Лью. 13-летняя Алиса Лью, новая чемпионка США, катает программы сложнее, чем у Загитовой.